Фокус.ру представляет буйство красок, очарование форм, нежность лепестков, разнообразие ароматов, гармония красоты. Все это цветы. Про цветы. Друзья, приветствую! Мы начинаем серию видеороликов про цветы. В этом видео мы поговорим о рудбеке. Это однолетние, двулетние или многолетние растения, род которых насчитывает около 40 видов. Родом рудбеки из Северной Америки, где первоначально именовалась как черноглазая Сюзанна. Настоящее название рудбеки отдал ей естествовоспитатель Карл Линней в честь своего учителя Улафа Рудбека. Рудбекия полюбилась садоводам за свою яркую декоративную окраску. Лепестки рудбекии окрашены от ярко-желтого до оранжевого цвета, середина в основном темно-коричневая до темно-бордового цвета. В цветнике рудбекия может выступать как акцентное доминирующее растение, так и соседствовать и заслужить фоном для других цветов. Выгодное соседство с дельфиниумом, флоксами метельчатыми, астрами, кориопсисом, златарником, гелениумом, гелиопсисом. Ярко-желтые цветы рудбекии хорошо сочетаются с синими тонами. Выгодно смотрится на фоне многолетних астров, сентябринок, октябринок. Рудбекия отлично подходит для цветников и миксбордеров, но может выращиваться и как контейнерное растение в горшках. Широкое распространение получили декоративные виды. Рудбекия волосистая, из этого вида получены многие декоративные сорта. Рудбекия глинцевитая, данный вид послужил при получении многих гибридов. Рудбекия обхватывающая, это однолетник. Рудбекия рассеченная, на основе которого получен известный садоводами декоративный сорт «Золотой шар», высота которого может достигать 2,5 метра. Рудбекия блестящая, вид послужил при получении многих гибридов. И рудбекия двухцветная. Период цветения рудбекия с июля по сентябрь. Период цветения можно увеличить, если обрезать отцветшие соцветия. Рудбекия светолюбивое растение, поэтому предпочитает солнечные места, однако не переносит засуху, поэтому в сухую погоду ей необходим полив. Рудбекия предпочитает плодородные, оккультуренные, глинистые почвы. Высота растения от 50 см до 3 метров. Обычно в садах выращиваются сорта рудбекии, высота которых от 60 до 80 см. Стебли растения простые или разветвленные. Размер цветка до 15 см, но обычно колеблется около 9. Листья от 5 до 25 см. Перисты раздельные или цельные. Иногда перисты рассеченные, обычно овальные или яйцевидные формы. Листья рудбекии в нижней части стебля длинночерешковые, а в верхней части сидячие. Размножаются рудбекии семенами, кроме махровых сортов. Многолетние виды можно размножать делением корневища. Семена лучше всего сеять в конце марта, начале апреля, чтобы получить цветущие растения к июню-июлю. Семена необходимо присыпать небольшим слоем земли и увлажнить. При комнатной температуре семена всходят через 2-3 недели. В молодом возрасте рудбекия теплолюбива, поэтому рассаду рудбекии лучше пересаживать в грунт после окончания весенних заморозков. Также рудбекия пригодна для срезки в букеты. Про цветы! Не забывайте подписываться на наш канал, присоединяйтесь к группам «Флокус» в социальных сетях, подписывайтесь на наш Инстаграм.